Да, сегодня люди уже не те, что были когда-то. Их больше привлекает комфорт городской квартиры, чем палатка и таежный гнус. Но если отбросить все условности и заглянуть поглубже в душу, в каждом из нас сидит безнадежный романтик. Каждого тянет за линию горизонта, туда, где начинаются приключения и бурлит настоящая жизнь. Наверное, это голоса далеких наших предков, воинов и охотников, зовут нас в дорогу, заставляют бросать все меркантильные городские делишки и отправляться в путь. Турист. Слово-то какое. Легкое, звонкое, веселое. И слышится в этом слове перелив гитарных струн, треск костра, бренчание котелков и звон походных кружек. Ой, ну ладно. Чаек со смородиной. Штука шикарная, но пора и переходить к вечерним процедурам. Таро, таро, давайте. Само слово «турист» произошло от французского «тоур» – «прогулка» и в той или иной степени оправдывает свое происхождение. Туризм – это прогулка – на день, на неделю или на пару месяцев, но все-таки прогулка. Прежде всего, уход от обыденной жизни в жизнь непривычную, без забот и проблем или совсем с другими заботами и проблемами. Почти во всем мире технологии туризма отработаны до совершенства. Из каждого маломальски привлекательного участка земной коры умные буржуи выколачивают огромные деньги. Они придумывают легенды, размножают диких животных, нанимают профессиональных актеров, искусственно создавая ту реальность, которая у нас в Сибири норма вещей. Да, богата Сибирь, матушка, на туристические ресурсы. Даже слишком. До такой степени богата, что умные буржуи к нам ехать боятся. Граница Иркутской области и Бурятии на единственной дороге, которая ведет к городу Бодайбо, между Таксимо и Бодайбо. Вот такая граница, никаких табличек, никаких указателей, только таможня. Таможня дает добро. Таких вот чучел вы встретите около десятка, если отправитесь на автомобиле из Иркутска в Бодайбо. Их делали не для туристов. Это местный юмор. Потому что на эти дороги и на эти города и поселки сложно смотреть без юмора. А жить в них без чувства юмора просто смертельно опасно. Завтра с утра.
А вот еще один весьма оригинальный вид авантюрного туризма – охота за золотом. Когда я буду не в себе и будет лето, я вдруг исчезну ни ответа, ни привета. И все поймут, что моя песня спета. Забудут жизнь, запомнят смерть поэта. А мы спускаем жизнь на тормозах. Мы засыпаем с улыбкой на губах. Мы поменяли наши адреса на северный и южный полюса. Попался. У тебя бы бульдозер, конечно, почистить все это дело. Тут, конечно, можно было бы самородков насобирать. Ну да. Все это прохлятину согнать бы вниз. Минимум полкило. Полкило — это хорошо. Да. Как раз стоимость бульдозера? Полкило золота? Да. Ну да, уж да. 5000 баксов-то. 5000 баксов полкило? Нет, 10 тысяч долларов. 300 тысяч. Ну, это 170. 170, да? 170. Почти новый. Почти новый. А что это вообще такое, туризм с золотодобычей? Для России вещь-то, конечно, новая и интересная, но она совершенно не изученная. То есть у нас есть несколько статей, в том числе и 191, в которой добыча золота частным лицам просто запрещена. Скажем, если в Австралии и в других регионах это можно делать свободно, то есть в Австралии, допустим, покупаешь лицензию пожизненную за $50 и можешь стараться где твоей душе угодно, чем угодно, ну, естественно, старательскими приспособлениями. В России очень много полигонов, где можно работать, и золота достаточно много. Технологические потери составляют 30%, это очень-очень много. Скажем, если взять Европу, то в Европе не то что золота маловато, его там практически нету, и то они умудряются получить прибыль с небольших участков, которые были когда-то отработаны еще дедами, именно с помощью туризма. Потому что туристу нужно попробовать поработать лотком, попробовать себя в образе старателя. Ему не важно золото, он добудет 2-3 грамма, но за это время, которое он отдыхает в этом лагере и работая лотком, он добывает несколько грамм всего металла, но это ему как сувенир, как его награда. Но за это время он успевает потратить 1000, 2000 долларов, 3000, потому что приезжает и семьями, и так далее. Соответственно, 2 грамма уже стоит не 40 долларов, а $400. К сожалению, в России этого понять не могут, что нужно деньги зарабатывать именно на туризме, а не на золоте. Мне нравится ходить по тайге и находить эти маленькие кусочки желтого металла. Это просто интересно. Как охота, это сравни охоты, рыбалки и так далее. Но я охочусь не с ружьем или с удочкой, я охочусь с металлодетектором. А я нахожу вот этот маленького таймишонка или леночка. Там по размеру мы уже так смотрим. Вот этот маленький резочек, это таймишонок. То есть есть мечта найти, скажем, килограммовый самородок или больше. Тут
тут два варианта, как работать можно. То есть или заключается договор с артелью на проведение разведывательных работ. То есть разведывательные работы не запрещены. Ты можешь разведывать борта или какой-то плотик, то есть помогать артели работать. Они тебе, естественно, будут за добытый металл что-то платить. Ну, обычно это 50% от золота, то есть 300 рублей грамм. Мы ездили на испытание оборудования, то есть мы испытывали оборудование. У нас был соответствующий договор, естественно, весь металл сдается в ЗПК, золотоприемную кассу предприятия, и там отсчитывается. Золотоприемная касса на прииске в 100 километрах от станции Витим. Самые красивые самородки, больно смотреть, как их долбят в ступке, то есть их раздолбят и пустят на переплавку. Хотя во всем мире самородки ценятся, потому что это уникальные вещи самородок. Такого другого просто нету. И они обычно стоят на 20% дороже. А бывают самородки, которые и на 1000% дороже.